Любой игровой элемент, находящийся на детской площадке, должен быть функциональным и безопасным. Эта песочница – идеальный вариант для малышей. Широкие борта, удобная глубина и защитная крышка, которая с легкостью открывается. В универсальных возможностях элементов игровых площадок нового детского сада Воденцова-1 смогли убедиться все участники инспекции, которую возглавил Андрей Иванов. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 60 детей. Оно является структурным подразделением Одинцовской школы номер 3. Все, что необходимо для реализации основной программы, здесь, безусловно, есть. Плюс к этому здесь оборудование для программы Воскобовича, коврографы, полидроны. Ну и мы все-таки создаем основную среду общую для всех детей микрорайона, потому что они пойдут в общеобразовательную школу номер 3, как мы надеемся. Там у нас есть инженерный класс, поэтому подготовку мы будем вести и в этом здании тоже. Здание детского сада одноэтажное, встроенное. Оно органично вписалось во внутренний двор новостроек. В помещениях спальни, пищеблок, актовый зал, группы для занятий с дошколятами. Садик получился действительно как сказка. Очень качественная отделка, применены самые современные экологически чистые материалы. Это касается и веранд наших, и резинового покрытия, по которому дети будут играть на улице. Это касается и групп пребывания, и они оснащены, помимо мебели, всей современной техникой. Есть медицинский кабинет, полностью оснащенный. Пищеблок, универсальный зал для занятий спортом, для занятий музыкой, творчеством. Применены новые цветовые решения, пространственные решения. Это все делала компания «ПИК Регион», группа компании «ПИК», которая имеет даже собственное отдельное подразделение, которое занимается именно проектированием и созданием социальных объектов в тех микрорайонах, которые они строят. Встроенный детский сад в жилом комплексе Одинцова-1 – первый из четырех, которые будут возведены группой компании «ПИК». В следующем году также запланировано строительство дошкольного образовательного учреждения на 350 мест. Что касается больших детских садиков, также они предусмотрены. К 1 сентября 2019 года мы планируем ввести большой детский сад на 350 мест. А также в следующем году мы начинаем строительство большой школы на 1160 детей. Всего таких школ в микрорайоне будет 2. И планируем, что в 2019 году мы ее начнем. И 1 сентября 2020 года мы ее откроем. Каждый проект индивидуален, уверяет застройщик. Новый детский сад должен стать настоящим домом для юных новоселов, которые смогут прийти сюда уже на следующей неделе. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».